Друзья, всем привет! 24 ноября клуб «Ярополк», не изменяя своей традиции, приехал дружить с холодной водой. Все наши закаливания мы посвящаем каким-то праздникам. Сегодня отмечается день моржа, но именно моржа как животное. Сегодня день уникального таланта, сегодня день завоевания друзей и влияния на людей. Даже есть такой праздник. Ну, естественно, наше закаливание мы посвящаем сегодняшнему празднику. Я считаю, одному из главных – это все-таки День матери. Всех мам с праздником, всех будущих мам также с праздником. Народу у нас сегодня не так много, видимо, испугались настоящей зимы. А мы окунемся в честь мам. Поехали! Ты придеваешься, все равно быстрее, придеваешься. Саша, ты тоже прям придеваешься, все призвал. Хочу поздравить всех мам с этим днем. Хочу, чтобы они не болели, их сыновья были тоже здоровы. И никогда их сыновья не плакали, да? Да. Давай, поехали. Раз, два, три. Постой там, постой, да. Ну, видите, или все? Все. Давай. Хочу поздравить всех матерей с их праздником. Воспитывайте ваших сыновей правильно, чтобы они были сильными, здоровыми и никогда не сомневались в своей стране. Мои воспитанники меня поражают. Также хочу поздравить свою маму с ее днем. Хочу спасибо ей сказать огромное за то, что была во все несгоды рядом со мной. С праздником тебя и всех матерей. Хочу поздравить всех матерей с их днем. Пожелать в первую очередь им крепкого здоровья, чтобы они меньше болели. А будущих мам тоже, естественно, с междурозовым. Саша, здоровья, счастья, любви! Счастья, любви, здоровья! Я понял, почему ты так говоришь. Потому что ты высокий, у тебя бубенцы были не в воде. Поэтому, да.